В минувшие выходные в столичной школе-интернате номер 71 прошел кубок спортивного клуба «Манас» по всемирному тайквондо. Турнир прошел под эгидой Академии тайквондо Кыргызской Республики. Отметим, что соревнования проводились только среди воспитанников Академии тайквондо Кыргызстана для формирования состава в сборную команду страны и поэтому носили закрытый характер. В первый день соревнований отбирались спортсмены продвинутого уровня, а во второй день – начинающие спортсмены Академии тайквондо. Общее количество спортсменов на соревнованиях составило более 500 человек. Турнир проходил с использованием электронной системы судейства мирового стандарта, а обслуживали турнир судьи национальной и первой категории. По окончании состязаний все победители и призеры турнира были награждены медалями и дипломами соответствующих степеней, а также ценными подарками от спонсоров данного турнира. Как сказал президент Академии тайквондо Кыргызской Республики Убайдулат Ахтурбаев, спортсмены продемонстрировали зрелое мастерство, зрелищные поединки, волю и упорство к победе. Даже самые маленькие стремились выиграть и применяли все наработанные приемы и удары. Победители определялись как в личном, так и в командном первенстве. Первое общекомандное место завоевали воспитанники тренера Владимира Тюленева. Второе место заняли подопечные Имана Кинжибаева. И третье место досталось организаторам данных соревнований, воспитанникам клуба «Манас», тренер Ислам Жилкачиев. Но в личном первенстве победителями турнира в своих весовых категориях стали среди детей Карина Дерявка, Артурбек Барамбаев и Тимирлан Айтваров. Среди юношей Асылбек Мамажанов, Бекназар Бердалиев, Нурмухамед Бакетбеков, Даниэль Атабеков и Арианна Сазонова. Среди кадетов Шахан Абдиразаков, Кадырбек Абдулажанов, Билал Исаев, Амир Мураталиев, Николай Петухов, Атай Арыстанбеков, Виктория Дементьева, Олеся Варивода и Мария Липатова. И в соревнованиях среди юниоров отличились Антон Филиппов, Айтур Букараев, Жолдош Талагонов, Руслан Касаоглы, Адиль Мамуналиев и Кристина Дементьева.